Пока. Будь здоров. Не болей. В сети не попадай. Назад в Актау спасли белька, но выходить млекопитающего сотрудникам Центра изучения и реабилитации каспийского тюленя не удалось. Двухмесячная самка скончалась от травмы головы. Возможно, раны у детеныша тюленя были получены от рыболовных сетей, предполагают эксперты. Батя ругается. Он очень слабый, поэтому я забираю. Три дня мы наблюдали за детенышем, но, к сожалению, шансов на его спасение не было. В этом году это третий случай, когда в тяжелом состоянии к нам попадает тюлень. 24 часа в сутки ветеринар находится в центре, потому что процесс реабилитации проходит в несколько этапов. И утилизировать туши мертвых животных для специалистов дело не новое. Гибель редких животных экологи регистрируют довольно часто. Последняя массовая находка была несколько лет назад. Тогда обнаружили около 300 тушек. Вирусологи не обнаружили вредных веществ и инфекционных заболеваний тюленей. Проверка показала, часть животных погибла в сетях. И борьба за каждого выжившего после нападения браконьеров тюленя идет постоянно. При поступлении в центр раненое животное помещают вот в такой вот пластмассовый бассейн. Воду для тюленей набирают из-под крана, однако привычная среда обитания пациентов – это морская вода. Поэтому в местной лаборатории готовят специальный раствор, подходящий на нее по составу. Выхаживание тюленя занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Все это время животные под наблюдением специалистов. К слову, это первый на сегодняшний день единственный центр реабилитации каспийского тюленя в Казахстане. Аналогичные центры есть в Иране и России. В 2008 году в Красной книге Международного союза охраны природы каспийский тюлень получил самый тревожный статус, находящийся под угрозой исчезновения.
ждет. И время играет сейчас против этих доверчивых, умных, любознательных зверей, ставших редкими обитателями Каспийского моря. Здравствуйте, я тюлень. Здравствуйте, я тюлень. Это вам от тюленей. Тюлени бьете палками. Это вам от тюленей. Это вам от тюленей. Вы и так избиваете тюленей. Как вам не стыдно, девушка? Ну да, вы люди нас избиваете. Это же я не просто так сюда вышел. Я тюлень. Это вам за тюлени. Издевайтесь над нами. В Актау на море, это вам месть за тюлени. За тюлени это. Я в Актау еще не было, ты идите, пожалуйста. Вы люди, это не важно, что тут разбираться. Тюлени в Актау, который был палку. Палку возьму, как там шатарашка. Вам должно быть стыдно, вы и так нас палками теряете.